большая. Да какая большая? Это еще вообще малая часть работы сделана. Вот все мои косточки. Вот голубые красавицы. Ну и здесь, мне кажется, вообще, наверное, все один и тот же сорт. Ну, на мой взгляд, так и есть. Но единственное, мне кажется, что вот это вот отличается немножко как бы вот от этой. У нее такая более темная. Или может потому, что она молодая. Ну вот маленькие вот эти, это понятно, что это другой какой-то мне кто-то, видимо, сорт давал. Вот это такой ровненький сорт, тоже смотрю, немножко другая. А вот эти, видимо, я, наверное, как-то однажды рассадила. И вот они у меня и разрослись до больших кустов. Ну, в общем, как-то так. Начало сделано, продолжение следует. Давайте покажу, как я их расставила. В общем, часть решила хост пристроить вот сюда, вот вдоль гаража. Все-таки это у меня входная зона во двор. Ну и я как бы вот вообще вдоль забора пытаюсь вот что-то как-то приукрасить. Здесь у меня посередине засеян газон. И как-то вот вдоль гаража тоже я уже который сезон высаживаю однолетники. Вдоль забора у меня многолетники. Ну и вот, в общем, получается, смотрите, здесь у меня уже сидит лаванда. Я предполагаю, что она все-таки разрастется, если она перезимует. Первый год я ее посадила, вырастила сама из семян. И вот так вот решила сделать. Посерединке две голубые. И затем, в общем, идет лаванда, хоста, лаванда, хоста. Ну, вот так вот приблизительно. Ну, а думаю, вот задний план вот так вот, в принципе, подсаживать чем-то, вот как вот, например, вот ту же мальву, сальвию и так далее. Можно однолетниками. Ну и, в принципе, даже если и без однолетников, то есть уже все равно благодаря хостам это уже будет смотреться нарядно. Вечереет уже на улице. Ну, сколько мне моя спина позволила сделать, я столько сделала. Слушайте, как хорошо пересаживать осенью. Вот, ну, имеешь представление, как это будет выглядеть потом. Ну и, в общем, вот, высадила я хосты здесь. И решила, что часть я еще хост посажу все-таки сюда. Здесь я разделила хосты самые большие. Прям напополам разрубила корневище. И где вот у меня здесь пустоты, обычно я пустоты вот засаживаю циниями. Вот я в эти места и посадила. Здесь у меня еще есть пионы. Вот тут вот между пионами вот так вот посадила. То есть представляю, что вот будут кочечки потом разрастаться. И с самого начала еще тоже посадила. Здесь вот мне привезли такой, сказали, как типа примула, но большая. И вот рядышком еще хосту присадила. Ну и нужно вот моих подруг вести гулять. Они меня уже ждут. Пошла выгуляю. На сегодня все хватит. Ну что ж, следующий день наступил. И я хожу, думаю, куда мне пристроить. Вот у меня осталось 3 голубых хосты. Мелкие хосточки я только что увезла мамуле. И вот у меня осталось 2 хвойничка. И 2 самшита. Я придумала их пересадить. Сейчас покажу, куда. Ну, конечно же, туда, где у меня осталось место. Кстати, вот все днем уже, в принципе, смотрится неплохо. Так вот уже хорошо, когда дождичек, когда влажная погода. Я думаю, что растениям самое то приживаться. Еще хорошо, что муж разрешил мне. В общем, вот у меня получается... Вдоль забора вот здесь идет, ох, какая красота-то у меня, получается цветник, да, из многолетников. Ну, я, по крайней мере, стараюсь сюда их высаживать. И вот здесь вот это вот место у меня не задействовано. Я, получается, вот хочу как-то вот, вот этот вот закуток. Сейчас вот что-нибудь здесь вот хочу придумать уже с тем, что остается. Ну что же, теперь у нас предстоит самый большой объем работы. То, что я делала, это вообще цветочки. Ой, это вот убрать нашу голубую елочку. Очень долго я, конечно же, думала, гадала, куда такой объем перенести, потому что, ну, честно сказать, у нас нет места. Нет места. И мы с Юрой решили, что мы
ее перенесем, ну, вот сюда. Мы ее перенесем вот сюда. Но у меня здесь посажена, прижилась моя любимая ягода ерга. Кустик хороший. В этом году дал мне уже несколько ягодок. Затем здесь у меня сидит кустик вишни. Тоже, в принципе, мы в этом году уже ягодки кушали. Да, конечно, я могу, в принципе, вот отказаться от старых кустов смородины. Но вот, например, ерга и вишня, они мне дороги. Ну, я понимаю, что если посадить елку, то есть это надо как минимум здесь вот, ну, метр на метр разгораживать территорию. И вот, что вы думаете, как раз вот вышли соседи новые, мы так хорошо, в принципе, с ними общаемся. И мы предложили, что вот у них здесь все, они так теперь, видите, расчислили свое место. Здесь вот у них два окна, и как бы выходит вот обзор на это. Я спросила у соседки, Ирина, соседку зовут, что будет ли она здесь что-то рассаживать, сажать. Она говорит, нет, просто как бы, ну, газончик. Я хотела ей предложить пересадить. Вот у меня там есть эта спирея, которая розовыми метелками сидит, что она разрослась. Я говорю, не хотите как бы, ну, вот вдоль или перед окошечками, или так? Она говорит, нет, 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 неохота, как бы вот пусть будет просто как бы полянка. А тут Юра разговорился с ней, с Ириной, и говорит, вот так и так, мол, можно ли, может быть, к вам вот елку сюда посадить? Она говорит, да ради бога. И вот сейчас ходили тут, метили, размечали, куда лучше. И, в общем, решили, что вот сюда перенесем, вот в это место посерединке. Так что, в общем-то, в принципе, она у меня от меня далеко не уедет, елочка. Но а Ирине, как бы, это начало, я думаю, большого будущего. Можно также камнями обложить и потом какие-то почвопокровники посадить. Но, в общем, это все впереди. Самое главное, что мы нашли поселение нашей елочки. И не нужно будет убирать и ергу. Вот, Юра уже начал подкапывать, смотреть, какая там корневая. Ну, в общем-то, елочка готовиться к переезду. Собачонки со мной, конечно же, всегда. Ну, а я закончила посадочку. В общем, как у меня получилось. Вот так вот. Самшит, хосточки и туйки. И сюда еще вот присадила два кустика. Я рассадила один большой, как-то молочай. Он по весне такими желтенькими, красивыми куртинками цветет. Поэтому пусть вот здесь вот будет весеннее такое, как бы солнышко. А еще, думаю, мне должны прийти новые сорта тюльпан. И я почему-то даже вдруг захотела как-то вот так вот посадить вот здесь вот уже в свободные места тюльпанчики. У меня почему-то такая мне идея в голову пришла. Там мне уже некуда, вернее, будет сажать. Ну, а здесь вот так вот из баньки, из окошечка наблюдать вот всходы тюльпанчиков. Первоцветов. Ну, в общем, не знаю. Это мне идея такая. Подскажите мне, пожалуйста, как вы думаете, будет ли актуально вот здесь вот в свободные места посадить тюльпанчики? Юра сидит и матюгается. Как, говорит, она здесь росла. Вы посмотрите. Это я вот вам говорила, что здесь вообще невозможно лопату воткнуть. Здесь просто-напросто раньше в этом месте была дорога. И, соответственно, куда ни копни, везде вот кирпичи, шифер. И вот видите, что творится. То есть вот все, что у меня здесь посажено, это я вот так вот всегда и копала-выкапывала. Вот по ведру, камней, шифера и так далее. И вот елочка-то наша вот росла вот в таких условиях. Вон, посмотрите, там все вообще сплошной кирпич. Сплошной. Вон что делается. Вот так. Вообще на кирпичах, можно сказать. Во-во-во. Вот так. Ой. А пока я не уехала, покажу вам, что у меня тут происходит. Я думаю, что это тут затарахтело? А тут у нас агрегат, оказывается, завелся. Что вы думаете, мужа-то моего? Можно поздравить? Юра, поздравляю тебя. Муж мой любимый, дорогой, опять себе, вот посмотрите-ка, технику приобрел. Эх, я вообще, я в шоке. Я в шоке, что это? Очередной автомобиль? Или выключи, а то не будет слышно. Это снегоуборочник, друзья. Мечта моего мужа, которая три или сколько там сезонов подряд мы думали о том, что вот он бы нам нужен. Так как у нас получается теперь есть машина, нам нужно чистить не только эту всю часть, но и, естественно, что въездную дорогу тоже мы теперь будем чистить. А это еще один такой немаленький отрезок. То есть
30 метров. Мы, кстати, с Юрой высчитали, что у нас, что здесь вот 30 метров мы чистим, что здесь вот. Вот отсыпали в этом сезоне дорожку, теперь ровная. Вот вы видите, луж нет. Ну и, соответственно, естественно, что чистить, конечно, одному это очень тяжело. У нас с ним и у меня, и у него спина подводит. Поэтому вот нам в помощь пришел снегоуборочник. Рад хоть? Нет, снегоуборочник пришел транспортной компании. Юра заказал. Искал, конечно, напрямую на сайтах. Цена очень дорогая. Нашел один на Авито интернет-магазин, на котором цены еще нормальные. То есть на сайтах там уже к 100 тысяч. Я сейчас вот вам открою страницу и посмотрите, оказывается, он даже меня привел на эту страницу и показал, что там очень много всего есть для сада-огорода, те же опрыскиватели и так далее. Посмотрите, какой огромный ассортимент. То есть вообще такой полезный сайт. Самое главное, что там цены. И самое главное, это цены. Я даже посмотрела вот для себя какие-то товары. И на самом деле намного все экономичнее, дешевле, да, русским нашим языком. И вот он списался с продавцом. Конечно, тот сказал, что торопитесь, покупайте, потому что сейчас к сезону, к снегу цены вырастут и придут новые модели. Эта модель не новая, ей уже года 3, но он опять же почитал все характеристики, посмотрел все отзывы, уже видеообзоры. То есть именно на эту модель, вот она уже несколько лет есть у некоторых блогеров, которых он смотрит, отзывы имеются, то есть он уже все прикупил. Масло, кстати, для этой машины дали Юре в подарок. А еще вот сейчас он покажет вот такие вот инструменты. Это, конечно, не мелочи, я хочу сказать, и очень-очень приятно. Продавец вот так вот нам сделал приятности. Поэтому для тех, кому нужно, ссылку я оставлю, потому что это, ну, на самом деле находка на Авито. Вот такая, вот такой вот сайт полезный нам с вами. Ну и мало ли, быть может, вам и техника нужна, то вот, пожалуйста, обращайтесь. Имейте в виду, на этого продавца Юра посмотрел 2500 отзывов хороших, поэтому, ну вот, все пришло в целости и сохранности. Съездили, получили, транспортной компании доставили, все благополучно. Вот завел уже, несколько раз прокатился, так что ждем снега. Ну, хотя я ничего не жду, но вот а, так вот. Так, ну что, давайте покажу вам. Юра все-таки закончил выкапывать ель. Растет она вот так вот, все почва покровно, Юра сказал. Внизу, как вы видите, корней нет, ну потому что там было вот что. Вот представляете, да, под одной елкой вот столько кирпичей, а здесь вот так все. То есть я поэтому здесь вот ничего посадить и не могу. Я удивляюсь, как у меня вот там-то что-то растет. Ну потому что я также вглубь вот так вот все выкапываю. Да уж. Что тут получилось? Ни пером описать, ни в сказке рассказать. Ну, в общем, добрый день, друзья. Уже, получается, сегодня я вот снова вышла, оделась в грязное. И выхожу третий день на рассаживание и пересадку. И подошла сейчас вот к этому. И у меня, конечно, я немножко в шоке пребываю от того, что, ну, на самом деле, сколько здесь кирпича, ну, вот, потому почему мы ходим, да, и как здесь вообще росло у меня что-то, как моя елочка доросла до такого роста на просто-напросто на кирпичах. Вообще, милая ты моя дорогая. Ну, сейчас она пойдет в хорошее место, там, где как раз благоволит, почва вообще там не тронута, отдохнувшая. Я думаю, будет ей там хорошо, в новом месте. Ну и давайте же все-таки я расскажу, что же это вообще такое мы затеяли, и зачем, и вообще зачем это все. Ну, как я и сказала, все-таки мы вот с Юрой думали, гадали, что там нам в том месте, как переменить, я имею в виду около бани. Ну и начались теплицы, так как у меня там вообще она полностью дырявая, поликарбонат по всему вот этому уголку, он весь продырявлен, то есть там сейчас вообще как на улице. И понятное дело, что нужно перетягивать поликарбонат, но тем самым нужно и переделывать теплицу. И мы вместе с Юрой решили, что эту теплицу
Ну как, не эту, а будем ставить новую теплицу и будем ставить ее здесь, вот на этом месте. Ну, то есть продолжение вот моей теплицы, только что это будет две отдельные теплицы. Я хочу, чтобы для огурцов была одна, для помидор была другая, потому что одним нужно закрытое пространство, другим постоянно открытое. Ну как закрытое, огурцам можно и открытое, но им больше жары нужно. А помидорам нужна всегда проветривание. Поэтому буду сажать по отдельности. В принципе, вот если бы я не занималась реализацией рассады, мне бы даже и хватило одной теплицы. Но вот только из-за этого я все-таки поставлю вторую теплицу, а ту Юра разберет, железо, скорее всего, не будет больше то использовать, сделает вот как на этой теплице, все-таки слишком оно громоздкое, из него что-то другое смастерит, переделает. И поэтому вот сейчас все по максимуму отсюда и убираем. То есть я убрала отсюда хосты. Ну, как вы уже ранее видели, все убрала. Вот осталось только перенести елочку. Вот сейчас с Валбереса забрала два заказика. Это у меня пришла Актара и перчаточки. Перчаточки я очень давно хотела такие. Посмотрела очень много отзывов. И вот нашла то, что мне нужно. Видела даже у другого блогера. Для чего они? Ну, понятное дело, что нам, садоводам-огородникам, в нашем деле обязательно нужны такие перчатки. Объясню, для чего они. Во-первых, убирать розы, подстригать и так далее. Сейчас убирать малину и так далее. Но вы знаете, я в этом году столкнулась с такой проблемой, что вот я даже когда огурцы собирала, у меня прям вот такая вот аллергия на руках. Я не знаю, у меня такого раньше никогда не было. То есть я даже приходила, мыла, да, руки вот, ну, обмывала. У меня потом все равно такое, знаете, как покраснение такое, как типа, ну, не крапивница, а вот такая вот, как все в мелких-мелких-мелких таких вот, как точечках. Вот. И думаю, ну, что же это такое? И как-то вот как только себя не пыталась обезопасить, а тут смотрите, вот они идут до локтя, то есть полностью рука защищена. Они здесь идет такая мягонькая замша, здесь идет мягкая эко-кожа, и соответственно уже ни шипы роз, ни малина ничего не повредит. Очень мягкие, удобные. Еще раз повторюсь, я насмотрелась очень много отзывов. В общем, вы посмотрите, какая красота. То есть летом в жару хорошо, удобно работать. То, что здесь такой приятный материал, не резина, да, то есть вспотевать ничего не будет. Ну и сейчас вот как раз осенью, да, кто укладывает розы на зиму, да, утепляет. Вот самое то, удобно очень. Ну и даже, в принципе, вот, чтобы не пачкать кофту, я вот меняю свои толстовки каждый день, потому что у меня вот это место очень пачкается. А так вот, пожалуйста, приодел, и все, чистота, порядок. Вот такая вот у меня находка для себя нашла. А не буду бояться, что я проткну пальцы, потому что какие бы я перчатки не надевала при чистке розы, все равно прокалывается, все равно прокалываются пальцы. Конечно, это очень неприятно, чувствительно. Специально вот такие вот себе перчаточки заказала. Смотрите, внутри тоже здесь такой как флис, что ли. То есть такое, вот именно что покрытие это не резиновое, не перчаточное, а приятное к телу. Здесь вот замша такая приятная, а здесь эко-кожа. И изнутри тоже она не прорезиненная, это эко-кожа, а она такая вот, как видите, ворсистая, то есть, ну, как под натуральную кожу даже, я бы сказала. Вообще не сказала бы, что это эко-кожа. Но, в общем-то, качество, конечно, хорошее. Один раз такие купить, и на несколько сезонов, я предполагаю, их хватит. Выбрала вот я размер L. У меня, кстати, достаточно большая рука. Длинная, я высокая, и пальцы длинные. Вот элькам самое то. Разные размеры есть. Посмотрите, мне здесь вот и палец хорошо. Как, если вот я, например, возьму побольше перчатки, да, они мне всегда вот, ну, спадают. Если поменьше, мне вот здесь всегда мало места. Здесь, смотрите, элька самая идеальная. То есть, если у кого ручка поменьше, можно взять и эмочку. Вот. Или как, эсочка, да, эсочка раньше размера. Вот у меня элька самое то. Видите, и до локтя. Вот даже мне никакая пчелка теперь не страшна. И еще я забрала Актару. Мне написали, что, Юля, не боишься ли ты заказывать, что это может быть подделкой. Ну, вы знаете, я не то, что не боюсь, я взяла на свой страх и риск.
Понятно, что вон профи я буду делать заказ большой, уже глобальный, там, где будут у меня и удобрения, и средства всякие разные от вредителей, от болезней. А сейчас просто мне нужно быстро, чтобы пришло, и вот все кашпо обработать, там грунт обработать. Господи! Поэтому я и обратилась, ну вот, заказать Актару вот таким вот способом. Ну, вы знаете, я посмотрела, здесь голографический знак Сиджента, ну, как бы упаковка соответствует, все, в принципе, никаких тут подозрений не вызывает. Ну, в общем, на свой страх и риск, как говорится. Я же не могу сказать, что это прям 100%, да, не подделка. Ничего не могу за это сказать, буду пробовать только так. Только так, вот, как-то так. Ну, и, в общем, давайте с вами вот как бы представим. То есть вот у меня первая теплица. Здесь ставлю немножко проход, ну, как бы, чтобы и двери открывались, не соприкасались. А вот это место уже будет занимать вторая теплица до вот, вот этого квадрата. Здесь у нас уже место под бассейн. То есть приблизительно вот так. Соответственно, сегодня перенесем елку, и дальше Юра уже будет убирать коверохлопалку, качель. Ту тепличку я отдаю маме, она мне как бы будет уже и ни к чему. В общем, вот такие вот дела-делишки, заботы, хлопоты мы себе обеспечили. Закончился наш сегодняшний день все-таки выкапыванием елочки. Посмотрите, что получилось, какая воронка. Ну, все у нас, в принципе, хорошо, благополучно случилось-получилось, и пойдемте, я вам покажу завершенный вариант. Вот она, красавица наша, сидит на новом месте. Я очень рада, что нашли мы ей подходящее место. Здесь хороший грунт, достаточно такой мягкий оказался. В общем, вырыли сначала котлован, затем я засеяла всяких туда, засыпала вкусняшек. И вот теперь елочка у нас здесь сидит. Очень красиво, нам из окна ее видно. И когда я здесь выхожу, мне ее видно. Ну, в общем-то, я ее не бросила, она со мной, моя елочка со мной. Вот так теперь буду и на нее любоваться издалека. Но она все равно же будет разрастаться, ее будет все лучше и лучше видно. Так что расти, моя прекрасная голубая елочка, на новом месте. Если рассказать вам о погоде, что погода у нас, конечно, не очень красивая. Я хочу сказать, по прогнозам все как-то просто переменная облачность, но постоянная морось. Вот сейчас я стою, постоянная морось. И так вот несколько дней подряд. По прогнозу нет никакого дождя, просто переменная облачность, но постоянно сыро, ноги промокают очень быстро. Цветочки, конечно же, сдаются, но не унывает. Я хочу сказать, что все равно краски есть еще. И вот сейчас я закончу посадку. Вот у меня еще одна хоста, смотрю, стоит. Посадку хосты. И все-таки нужно мне уже прибрать цветочки. Я думаю, что занесу в ту теплицу, которую буду забирать домой, которую буду потрошить. И уже то, что буду черенковать. Ну, потому что, ну, как бы уже пора. Все, потому что все уже как бы изживается. И потихоньку приборкой тоже нужно заниматься, убирать все. Конечно, очень неохота, очень хочется еще продлить красоту. И вот то, что более-менее держится, я, конечно, пооставляю. А так вот в открытом грунте уже пора обстригать многолетники. Вот я вчера обстригла часть пионов. Сегодня, вот думаю, ну, не знаю, не буду загадывать, нужно заняться и почистить малину. Вот бузульник вижу обстричь. Ну, в общем, как вы понимаете, все как у всех. Работы непочатый край. Такая вот сейчас пора. Осенняя. Вот даже уже руки у меня замерзли. И морось такая. Сейчас вот бегом в капюшон и вперед из песней. Ну что ж, буду заканчивать эту историю. Она у меня и так такая получилась. Видите, какая-то вот такая. Ну, держу вас в курсе дел, что у меня тут все не так просто. Вот так вот. Ну, как бы ничего. Вот так вот. Справимся. Новое что-то интересное. Это всегда завораживающее. Опять ночами лежу, вечерами планирую, как что и будет. Как вот грядки сделать в теплице. Чем наполнить лучше. Какие там чего бортики, расстояния. Это, в общем-то, хорошо, когда уже есть опыт. И уже ты исключаешь то, что было тебе неудобно. И уже думаешь, это я сделаю вот так. Это я сделаю вот так.
Так что, друзья, огромное вам спасибо за внимание, огромное спасибо за комментарии, за добрые слова. Желаю нам с вами теплой осенней осени. Пусть эта мурость пройдет, пусть будет теплая погода, солнечная, сухая, потому что сырость, конечно, она выматывает очень. Сырость выматывает. Ну и самое главное, мирного неба нам всем над головой. Всего вам доброго, до новых встреч и до новых видео. Пока-пока!